Приветствую, товарищи. В общем, сегодня мы в поход уезжаем вот на таких вот двух аппаратах. Сейчас заправляемся и едем месить грязь, смотреть на красивую природу.
Короче, как-то так. Дорожка. Дорожка хорошая. Это, короче, багги Полярис. А больше мы о ней ничего не знаем. Ездит. И неплохо ездит, и хорошо. Все, то есть помесить грязь. Самое то. Сила ее нормально, там палка. А, вытащить, да? Куда она пролезла? Куда-то там, далеко она куда-то. Алло.
Смотрите, тут мосточки даже сделаны. Я тут не был никогда с этой стороны. С этой стороны озера. Такое место красивое достаточно. Камни тоже. Ну, причал тут даже сделан из бочек. Острова. Рыбачки там. Thank you.
помощью тросиков эти ленты будут подтягиваться вниз под колесо, и машина немножко будет подаваться вперед. Надо добиться того, чтобы машина заехала на ленту. Вот. Видите, ее вытягивает. Раз, все. Ага, вот видите, вот они. Вот оно. Сейчас тросики открепляем. Вне всяких сомнений, система спасения на бездорожье – это современное многофункциональное средство, которое должно быть в каждом автомобиле. Посмотрите, даже ответные части можно использовать в качестве опоры для домкрата. Для заказа системы спасения на бездорожье обращайтесь по телефону, который сейчас вы видите на ваших экранах, либо по электронной почте, которая также появилась на экране. Актуальные цены на систему спасения смотрите внизу в закрепленном комментарии. Доставку товара мы обеспечиваем в любой регион России и ближнего зарубежья по льготным тарифам. Может, пока что-нибудь поприкалываться сюда. Далеко деревья-то? На, какую-нибудь снять штуку прикольную. Че, где там чай-то? Да, это не было. Мон, где же стоит? Мон, где стружка?
дрон потеряли где-то, летает, понятно. Вроде нашелся. Где он? Юрик, ты его видишь? Значит, он должен видеть Юрика. Вот он тут где-то. Вот, вот, вот. Вон он. Вот он. Вот он летает. Все. Нашелся. Нету никакого датчика, чтобы на машину весить, и чтобы он точно не терял. Нет. Что ты делаешь, да? Так, так, что там? Пониже, да, он на чистое место, да, он сюда куда-нибудь? Вот и все. Прилетел. Ветрову скосил. Че, поехали до озера, там дальше запустим снова его.
топки какое, болото, лодка какая-то лежит. Закончилась наша поездочка. В общем, машина приобрела боевую раскраску,
мы тоже, соответственно. Сейчас будем это все смывать. Живого места нет. Вот немножко почище. Грязь застыла. Улица минус сейчас. Баги приобрела первозданную чистоту. Можно ехать домой. Чисто это приятнее. Всем пока, друзья. До новых встреч на канале.